Жуковский. Жуковский, Харьков. О чем поговорим? О чем хочешь? Политика, история, война. Не понял? Политика, история, война. Ну давай, про историю расскажи мне что-нибудь. Вопросы есть, спрашиваю. Да, вопросов нет. Понял. Когда было крещение Руси? Не понял? Когда было крещение Руси? Ну, дату не помню. Ясненько. Ну, в каком веке хотя бы? 10 век, если не ошибаюсь. 10. Понял. Ты где-то из Московской области? Да, Жуковский, Московская область. Понял. Как ты относишься к тому, раз ты хочешь по истории, что сам город, как княжество Улус, было создано в конце 13 века, именно как княжество ханом, одним из ханов Золотой Орды, которые захватили эти земли и сделали это центр сбора дани, и при этом титулатуру всея Руси московские князья получили только в XIV веке после того, как Тверского князя был убит и переданы его земли именно на московскому, то есть Тверское княжество, где был титул всея Руси был передан московскому, и до этого всего времени весь этот период существовала, продолжалась быть титулатура Руси на Галичине, так как последний, у кого был титул великого князя Киевского, это Данила Романович Галицкий. На каких основаниях, в таком ключе Россия в данный момент претендует на наследие Руси, если на отношение к Руси имеет точно такой же, как и гонор с гонореей. Что гонореи? Гонор, такое же отношение, как и гонор к гонореи. Ну, вот вопрос по истории. Но сравнение, конечно, странное. Нормально. Россия говорит, что мы Россия, мы Русь, потому что Россия Русь, типа раньше по-гречески Россия была. Вот то же самое. Гонор и гонореи, получается то же самое. А морская свинка, получается, живет в море, потому что называется морской. Вот Дело в том, аналогия что самая точная. после вторжения монгол в Киевскую Русь. Не было понятия Киевская Русь. Киевской Руси уже тогда не было. Киевская Русь это Киевская Русь это исторический период. Завоевание монголами русских В конце. княжеств Что русских княжеств? Соберись. после завоевания монголами русских княжеств Угу. Так, всех? Всех? русские княжества Всех? не все не всех Ага, так. русские княжества, в том числе Киевское Киевского княжества не княжество, перестало существовать. они все перестали существовать. Ага. Как? Тверское княжество Как? перестало, Владимирское княжество перестало, да? Новгородское княжество перестало. Они все были частью Золотой Орды. Нет, не все. Новгородское княжество не было частью Золотой Орды. Было Но... Новгородское, было господин Великий Новгород, такое государство, которое в итоге потом захватило московское. Хорошо, но тем не менее, Что, тем не менее? это было частью Золотой Орды. Золотой Орды. Так, Да. и? И все. Угу. То есть они отношения к Руси не имеют никакого. Нынешняя Россия. Ну, в прямом... Да. Современная Россия была история. Ну, правильно. Так и вообще, в принципе, как Россия, как и империя, не имеет никакого отношения к Руси. Какой конкретно Руси, не пойму. К Обычно. Новгородскому княжеству? Новгородская не было никогда Русью. Какой конкретно Руси? Они все были частью Золотой Орды. Я не пойму, Кистинная понятно? Руси, если обратить внимание на работы историков, Данилевских, Рыбаков и так далее, они уже четко определили, что территория Руси ограничивается Киевским, Черниговским и Переяславским княжеством, которые после перекочевали в сторону Галичины. Подождите. Жду. Но современная Россия существует? Да, но она никакого отношения к Руси не имеет. Никакого. Нет, ни исторического, ничего. Есть период, который пересекается Ни с Русью. культурного, никакого, вообще никакого. Они все были частью Золотой Орды. Да, то есть Никакого. это просто... Она вылупилась сама в себе, то есть, Нет, ну... никакого культурного. Ни культурного, никакого. Н-н-н. Когда у вас день А культура... вышиванки? Когда у вас день А культура... вышиванки? Культура – это письменное наследие. То есть это, например, материальное наследие. Тоже не имеет. Этого нет. А какое материальное вы имеете в виду? Ну, прошу прощения, как, какое? Ну, вот. Ну, и, например, иконопись.
Что ика написано? Язык, вот материальное наследие. Ну, Какой язык? не Правильно язык, говорить. а... Как правильно говорить язык? Ну, хорошо, но язык это культурное наследие, да, то есть это не Так, материальное так как наследие. разговаривают сейчас на России, так вообще не разговаривали на России. Нигде, то есть, да, то есть мы... Нет. Ну, Нет, то могу есть объяснить. мы вылупились сами вот из ниоткуда, или, я не знаю, или нас придумали, нарисовал кто-то, я не Могу пойму, но как объяснить. это... Очень интересная тема. На Руси было три основных языка. Один письменный, другой разговорный киевский, третий приграничный Киева. Так вот, письменный, который Нестор Летописец написал, он переводил греческий с латыни, ой, с греческого языка на кириллицу, старался перевести на русскую мову тогда, то есть, но он придумал письменный язык, на котором никто не разговаривал, на нем только тексты писались. Это не было разговорной речи, это не было свободной речи, на которой разговаривали. Золотая Орда, когда захватила Киев, сожгла его, рукописи сохранились, летописи сохранились. Они их принесли, и поскольку новгородские с владимирскими, с тверскими и мещеряки, чути, мерия, которые жили на территории Московщины, разговаривали на разных языках, им нужно было как-то их объединить, как-то цивилизовать, чтобы они разговаривали на одном языке. И у них все, что было, это письменность. И они им вручили и стали, и там взяли умных мужей, которые стали обучать их одному языку, чтобы их как-то скоординировать, чтобы можно было с них сопоставить какие-то силы. То есть вы созданы Ордой, получается. И ваш язык — это язык, который вам дала Орда. Принесла с Руси к вам. Я понял. Прекрасно. Так это вообще Прекрасно. известный факт. Я понимаю, конечно. Конечно. Я понял. Вашу теорию я понял. Это не Все теория. понятно. Ваш язык, на котором вы разговариваете, он максимально близок к летописям. На языке летописи не разговаривали. Я понял. Все ясно. Летопись — это искусственный язык. Я понял, я понял. Это не Я понимаю. разговорная речь. Конечно. В те времена вообще было всегда во всех государствах разговорные и письменные. Письменные в корне отличались. Да, наверное. Украинский — это разговорный вариант был как раз. Он развивался. Украинский, да. Продолжим. Украинский, правильно. Открывайте словарь ударений русского языка, ищите слово украинский, и там указано, как ударение ставится. И там даже есть приметка, что неправильно говорить украинский. Навищица мені. Ну, еще буде вченим. Ясно? Что, не думаю, что я вам отповім? Да пожалуйста. Понял. Я вас переубеждать не буду. Прекрасно. Я понял вашу позицию. Так Ничего меня... нового. Так вам и не получится переубедить, я вам могу предоставить документы на любые из моих слов. Я не буду даже пытаться. Конечно, смысл? Ладно, как относитесь к вторжению России в Украину? Как неизбежному явлению. Неизбежному в чем? Потому что вы имперцы, марксисты, фашисты, шовинисты. Согласен? Марксисты? Ну да. Марксисты в Ну, основном. вас. Ну да. Ваша идеология до сих пор, она очень близка к марксизму. То, как ваш народ рассуждает. Вы даже сами этого не замечаете. По сути, марксист, который перерос в ленинизм, в сталинизм и так далее, никуда не делся. То есть, по сути, ленинизм или сталинизм заключался не в идеологии Маркса, а просто в тоталитарности. И не было никакого там так называемой власти народа, о том, что одной единости и все и так Очень далее. А у вас, много. вы до сих пор, да, марксисты, самые настоящие марксисты, которые не соображают, что эта система просто-напросто не будет работать в человеческом сообществе, так как, в принципе, социализм или коммунизм, к которому стремится социализм, он невозможен по одной простой причине, что для этого нужно, чтобы отсутствовала индивидуальность мысли. А вы марксисты по всем принципам, потому что у вас нет индивидуальности мысли. Вы говорите нарративами, говорите шаблонами. Вы не в состоянии объяснить ни одной из своих нарративов, которые вы сами говорите. По одной простой причине, потому что вы не способны думать. У вас деградирует индивидуальность мышления. Разница лишь в том, что вы, в отличие от муравьев или пчел, до сих пор думаете, что вы индивидуальны. А вы, по сути, как просто куски мяса. Вы закончили? Да? Вы А хоть слово поняли? вы знакомы?
Я вопрос задал. Вы хоть слово поняли? знакомы с трудом Карла Вы хоть Маркса слово «Капитал»? поняли? Я ж простой вопрос задаю. Вы столько наговорили, я запутался. Я В хотел чем вы спросить. запутались? Давайте распутаем вас. Вот я и спрашиваю. Нет, давайте По вас очереди. распутаем. Какие у вас вопросы по поводу того, что я сказал? Что вы не поняли? Дякую, Юля. Дякую, Юля. 10 евро. Даже дякую. Ну, говорите, давайте. Что вам непонятно было? Я ж слушаю. Привет. Привет. О чем поговорим? Предлагаю. Политика, история, война. Ну, давай что-нибудь. Что-нибудь. Что-нибудь, Ну вот, давай, что-нибудь. предлагай. Есть интересный вопрос? Я из Краснодарского края. Ты откуда? Город-герой Харьков. Прекрасный Чем украинский он город. герой? Прекрасный украинский город, правда? Чем он герой? Что-то я не слышал, В чтобы марте Харьков был месяца героем. дали ему статус города-героя. 22-го года. Марте какого? А, 22-го года. Что тебе смешно? Насмешил. Да ничего, ладно, поехали. Чё, поехали? Чё тебе смешно? Так, говори не город-герой, а место-герой. Но я ж с тобой на Туди. Мойве общаюсь, сейчас, поэтому город. Нет, город-герой это Севастополь там. Что, Севастополь? Такие город. Новороссийск, которые там отражали А город-герой только тот, кто кто? отражал нацистов в Советском Союзе? Город-герой, который отражает расистов, это не герой? То есть, по-твоему, можно дать Что статус значит расизм? города-героя только тому городу, который воевал, которому дали в Советском Союзе? Другие государства не имеют права выдавать статус города-героя? Против кого воевал? Вот Великая Отечественная. Кто против кого воевал? Гитлеровская коалиция против антигитлеровской. Нет, подожди. Мы за Отечественную войну говорим. Я Тут не не было понимаю, что это никакой такое. Я считаю, коалиции. что Великая Отечественная — это фейк. Великая Отечественная война. Это не Вторая мировая. Это фейк. Великая Отечественная Я считаю, что войне. это фейк. Советский Союз. Ну, это недостаток твоей образованности, Почему? Когда дебил. началась Вторая Дальше. мировая? Смотри. Подожди, проехали. Так, теперь идем, значит. Захватили немцы Кого? немецко-фашистские войска, Они не часть были Советского фашистскими. Союза. Вот Они не были это они фашистскими. захватили, советские войска освобождали, правильно? Что такое фашизм? Красная армия против немецко-фашистских войск Они не были воевали. Так, фашистами, вот ты ошибаешься. Они были освободили. Подожди, нет. нацистами, они были нацистами. Теряем логическую нить. Ты ошибаешься. Значит, мы Давай говорить освободили. А правильно. теперь Давай говорить правильно. подожди, теряем Немцы логическую были нить. нацистами, а не фашистами. Да подожди, да, ты мне можешь дать сказать, что Да, ты только я свои тебя 5 поправляю, копеек говори правильно. втюхиваешь ко мне. Не Меня надо. очень сильно режет слух. Не фашисты, а нацисты. Тебе режет твою необразованность. Вот что меня Ты режет. Значит образованный? так, смотри. Немецко-фашистские Нацистские. войска захватили А часть нацистские территории не Советского фашистские, Союза. нацистские. Я тебе еще раз говорю. Как Нацистские. назывались войска германские в Советском Союзе? Ну? Вермахт. Нет. Вермахт. Войска это вермахт. Нет. Нет. Да. Нет. Ответ. Ты говоришь, какой ты образованный. Ну, ты просто такую ересь несешь. Вермахт. Вермахт это армия. Ну, были еще Ну да, части СС, которые это принадлежали СС. другим Войска это структурам вермахт. СС это полиция. фашистского, германского. Германского? И Причем здесь германское? Мы про немцев говорим. а немцы и германцы не одно ли? Нет. Ну, Есть нет. немцы, есть германцы. Есть немцы, есть германцы. Так вот, значит, если ты послушаешь и почитаешь газеты тех времен, немецко-фашистские войска и назывались немецко-фашистские захватчики. Они были фашистами, немцы. Да. А в чем разница между фашизмом и нацизмом? Не знал? Не знал? Они Подожди, мы же самой нацистами? темой. Подожди, вернемся к Подожди, в городам-героям. чем разница между фашистами или нацистами? Мы начали с чего? Мы Мы начали с начали того, с что чего? ты лох. Города-герои. А ты да начинаешь будешь там съезжать с темы. Подожди. Значит, немецко-фашистские войска завоевали часть
Я бы им надо выговориться. Союза, и когда Красная Армия освобождала эти города, и они там стойко сопротивлялись, они стали городами-героями. Теперь пособники фашизма, бандеровцы называют города тоже городами-героями, потому что они как бы противостоят, наша армия, последователь Красной Армии. Просто какой-то исторический кринж. Понял. Теперь нацисты называют городами героев. Так правильно, нацисты или фашисты, так и не понял. Исторический кринж. Так правильно, фашисты или нацисты, так и не понял. Значит, фашисты Германии победили как и нацисты, так и фашисты, потому что... Еще раз, немцы были фашистами или нацистами? Я тебе еще раз говорю, эти все нацистская и фашистская идеологии, они победили в этом... Понял. Итальянцы кем были? Фашистами. А немцы? Фашисто – это итальянское слово. А немцы, они и фашисты. В чем разница между фашизмом и нацизмом? Фашизм – это все ради государства, нацизм – все ради нации, но в Германии чего? Все это воплотилось в одно. И чего? Назови мне хотя бы одну фашистскую партию в Германии. Подчинение всего ради... Назови мне хотя бы одну фашистскую партию в Германии. 1941 год. Где вот этот диктор знаменитый советский объявляет о том, что немецкая фашистская Германия напала на Советский Союз. Это вы почему-то их перестали называть фашистскими. Назови мне хотя бы одну фашистскую партию в Германии тех времен. Вот эта партия, в которой состоял... Какая партия? Он нацистский состоял. А мне надо знать... Ну, так если ты говоришь, состоял, что они фашисты... Это ж вам, бандеровцам, надо знать, какой он партии состоял. Почему нам, бандеровцам, надо знать? Почему нам, бандеровцам, надо знать? Какой она? Потому что сейчас, допустим, сейчас ищешь у чат рулетки там русскоязычного немца и просишь, чтобы он зашел в интернет и прочитал с немецкого интернета, что думают немцы о бандеровцах. Немцы сами признают бандеру как... Я общался агента. С ними. Я общался с ними. Под псевдонимом. Да я же не закончил. Агент серый. Под псевдонимом Попель. Попель. Переводится как козявка, вот это из носа. Ну, неважно, главное, что немцы сами признают его своим агентом. Ты можешь мне дать исторический какой-то труд, где рассказывается о том, что у него прозвище Попель? Полно. Назови мне хотя бы один. Захочешь, ты его назови мне хотя бы один. Ну, ты ж не маленький мальчик. Ты ж не хочешь, я просто знаю, что согласно поискать. Данным того же самого Гагуна, говорил, я тоже знаю, что согласно данным того же самого Гагуна, у него было прозвище агент серый. Вот сейчас, как ты опозорился вот этим с фашистами? Не опозорился. Попель. Не опозорился. Знаешь почему? Потому что у нас был вопрос с тобой изначально, были они или нет, ты мне еще не подтвердил. Назови мне, пожалуйста, хотя бы один труд, что Бандера, у него был прозвище Попель. По грамотели. Назови мне, пожалуйста, когда Бандера сотрудничал с Германией. Так, что-нибудь про Бандеру вообще знаешь? Да, ты. Когда он родился? Ну, допустим, так. Начало его биографии. Там. За что он там боролся? Родился, ну, к примеру, давай начнем сначала. Бандера родился первый. Да какая разница, какая родился? Давай. Родился в начале века. Не перебивай. Родился в начале 1 января 1909 года в старом Уринове, королевство Галичина. Отец был у него священником, а после политиком Западноукраинской Народной Республики и военным, которого казнил Советский Союз в 1941 году. В октябре, 10 октября, мать умерла еще 21 год от туберкулеза. Оба брата у него погибли в Освинциме от фальскдойче. Это были этнические немцы в других странах. И он погиб именно от польских фальскдойче, которые их убили. С 1942 года по...
44-й был в гестаповской тюрьме Целенбау. Размер его камеры одиночной был в Целенбау где-то метр на полтора, два на два и так далее. Погиб от рук Богдана Сташинского в этом самом в октябре 15-59 года был застрелен пулей цианидом. Был националистом, немножко террористом, боролся за независимость Украины, за акт о провозглашении независимости Украины. Собственно говоря, и был отправлен в Целенбау, как и множество членов ОУН-Б. А что? Когда он сотрудничать успел с Германией? Подожди. Жду. До 41-го что-нибудь знаешь года? Нет? Вот, допустим, с 35-го года вот, В что-нибудь Польше знаешь был. по 41-му? Да, знаю. Что там делал? Принимал участие в убийстве Бронислава Пиратского, это министр внутренних дел Польши, за его, Во-во-во. За что он его убил? за патификацию. За что? Патификация. Что это? Читай. Хочешь, тебе расскажу. Он боролся за то, что поляки принижали, значит, украинцев, запрещали им в школах учить украинский язык, изучать, запрещали им христианскую веру, за права украинцев на польской территории. Вот он и боролся. Ну Первым да, делом, что но. завалили вот это министр Да. За что внутренних его? За дел. что именно его И там завалили? он что? За что именно его Что завалили? его Еще раз, за что именно делали? министра завалили?